Каждый день автобус нужен, он всегда почти загружен. Едет с самого утра в сад и школу детвора. Ну а чтобы поездка прошла комфортно и безопасно, сотрудники госавтоинспекции проводят рейд. Андрей Шишкин за рулем уже больше 40 лет. Рассказывает, профессия обязывает не только хорошо знать город. Водителю важно прислушиваться к своему автомобилю. Любые посторонние шумы – это верный сигнал. Ласточка сломалась. Да и о своем здоровье тоже забывать не стоит, говорит Андрей. Ведь большинство страшных аварий случаются из-за банальной усталости. Внимательность, сосредоточенность. Все остальное правило. Ну, водитель должен отдыхать, высыпаться уже. Ну, вовремя ложиться, просыпаться, и как бы это, ну, как бы несет ответственность пассажиров, безопасность. Осуществлять контроль за временем вождения и отдыха помогает тахограф. Прибор показывает, сколько времени человек находится за рулем, измеряет километраж и контролирует скоростной режим. Водители автобусов маршрутных «Газели», специалисты ведомства также проверили на наличие сопроводительных документов, путевого листа, страховки, свидетельства о регистрации транспортного средства. Все несоответствия сразу фиксируются. Оставляется либо протокол, либо постановление по делу об административном правонарушении, его объяснение, фотофиксация обязательно в этом случае. Соответственно, с последующим уже привлечением должностных юридических лиц, организаций, которые допустили выпуск этого автобуса на линию. Инспекторы призвали автолюбителей делать перерыв в пути. Отдых для водителя должен составлять примерно 2-4 часа. Сотрудники также рекомендовали избегать агрессивного стиля вождения, чтобы не подвергать опасности пассажиров. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.